Так, друзья, давайте-ка займемся небольшим сравнением. Пока у нас есть хорошая возможность, давайте вообще обсудим целесообразность использования 18.06 моторов на 4 дюймах, 3 дюймах и 5 дюймах. А также поговорим про различные тайминги. Начнем с 3-дюймовых пропеллеров. Скажем так, пропеллеры 3 дюйма недостаточно высоковат КВ для таких дюймов, потому что мотор не чувствует на себя особо пропеллера, крутится практически на максимальных оборотах без особых проблем, выдает при этом не очень много тяги, в среднем по больнице имеет неплохую эффективность, но как видно, как только мы нагружаем пропеллер чуть сильнее, вот например на вот этот пропеллер, мотор становится эффективнее. 3 дюйма летать можно, но 18.06 на 3 дюйма это как из пушки по воробью. Мелковатый пропа для такого мощного, но медленного мотора. Для 3 дюйма лучше, наверное, брать, не знаю, наверное, что-то ближе к 3000-4000 кВ. 4 дюйма пропа, к сожалению, у меня было всего 2 типа пропеллера, остальные я так и не смог найти, видимо, раздал или что-то такое. Нормально, в принципе, 4 дюйма это вот оптимальный размер под такие моторчики. В целом, для этих именно пропеллеров это все и дизайнилось, скажем так. Мотор выдает почти 700 грамм тяги на обоих пропеллерах, но King Kong 4x4x3, во-первых, он жутко тяжелый, 4,5 грамма практически весит. И в связи с этим общая связка и эффективность, конечно, падает. Ток растет. Такой пропеллер ему вращать тяжело, даже несмотря на то, что он все-таки 4x4x3. HQ-шные 4 дюйма пропеллеры, отличные пропы, и вот на них он выдает хорошую тягу, очень низкое потребление и в целом отличную эффективность. На 4 дюйма этот мотор подходит в принципе неплохо, но хотя можно было бы чуть-чуть тоже выше КВ взять, например, 2800, 2900, как на Brother Hobby. Даже, наверное, 3000 плюс можно было посмотреть для максимально высоких скоростей, там 3200-3500 к Пропеллеры 5 дюймов, ну, это, скажем так, это мелковат моторчик для пропеллеров 5 дюймов, и поэтому он не сильно много выдает тяги, и при этом довольно много жрет. Но учитывайте здесь два фактора. Во-первых, вам нужен маленький легкий коптер, который был у меня. Например, для таких ультралегких коптеров, где общий вес меньше 200 грамм, это отличный вариант, поскольку в воздухе пропеллер будет разгружаться, и ток значительно падает, легче крутить, быстрее прокручивается пропеллеры, и в целом повышается эффективность этой всей связки. В целом можно сказать, что 5 дюймов он все так же крутит, в принципе нормально, как видно, эффективность у нас не упала на дно, она все так же 2,2, как в принципе было даже вот здесь вот и на HQ, то есть 2,3 здесь было. Это говорит о том, что мотор справляется в целом со своими обязанностями, хоть и жрет достаточно много при этом, 25 ампер на почти килограмм тяги, это нормально. Конечно, на трасс-стенде они будут показывать немножко хуже себя. Вот этот, например, Гемфанд так и не вышел на максимальные обороты, хотя и жрал просто жутко, потому что, ну, сам пропеллер достаточно злой. На столе он имеет очень высокую нагрузку под большим давлением воздуха. Как только вы поднимете свой аппарат в воздух, нагрузка резко уменьшится, и он будет выдавать тоже прилично тяги, и будет все с ним в порядке. В целом, на 5 дюймов он выдает приблизительно 900 грамм. Это усредненные значения, то есть, если вы внимательно посмотрели, в пиках он выдавал до 950-960 грамм. Программа усредняет их и выдает приблизительно среднее значение по больнице в 900 грамм. По поводу таймингов. В таймингах, как показалось, мотор лучше чувствует себя на нижних значениях, то есть на low и mid-low. В данном случае у нас эффективность выше. И повышая тайминг, вы понижаете немножко эффективность. Мотор работает эффективнее, 62% против 57%. А пропеллеру, в принципе, пофигу, он все время работает примерно в одинаковом диапазоне. Но на общей эффективности это сказывается значительно, то что мотор работает в своих неэффективных режимах на высоком тайминге и в более эффективном режиме на низком. Поэтому ставьте либо low, либо mid-low. Вот такой вот моторчик, на 5 дюймов я его буду использовать. На легком коптере он показывается хорошо. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!